снова всем привет! И в сегодняшнем нашем видео мы с вами попробуем изготовить сверлильный станок из дрели. Ну что, поехали! Thank you.
Ну что, друзья, наш мини-станочек готов, наш мини-сверлильный станок готов. Вот, сделан он с ДСП, полностью все с ДСП, видите, направляющая тоже. Эффект обратного возвращения, это пружинки, вот две пружинки, видите, да? Станина довольно-таки у нас крепкая. Можно было тут, конечно, уголочки сделать. Ну, сделал вот так, чтобы слишком не париться, то есть у нас все жестко, вот видите, конструкция. Вот так вот она закреплена. Ручку никакую я не делал. То есть вот тут на включение сейчас у нас стоит хомут. Сейчас я покажу, как работает. Все. Потом можно будет доработаться. Даже обратите внимание, четко сверло у нас попадает вот в отверстие, видите? То есть центр у нас, дрель у нас не смещается, то есть она у нас закреплена крепко, жестко, все надежно. Ну что, ребят, кому понравилась идея с этим сверлильным станком, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. Всем до новых встреч!